по книге можно 3 года идти. Вот. Но чтобы не терять 3 года, лучше один раз приехать к мастеру, который это тебе покажет, расскажет своими глазами, попробовать и это сделать. И вот этот процесс намного быстрее пройдет. Привыкли деревни работать? Да вот. Кто не привык к этому, конечно, тяжело плести. Вон женщины говорят, тяжело плести. С детьми, ну как и везде сейчас, скажу, проблема. Очень большая проблема, чтобы детей к этому привлечь, которые маленькие, еще 4-й класс, 5-й класс, они как бы желание есть, но еще моторики не хватает, силы в руках не хватает, а когда они становятся постарше, то уже желание отпадает. Если умеешь, так это не сложно, а если не умеешь, это сложно. Нельзя вот таким к ручной работе относиться просто как механизм какой-то. Ты туда вкладываешь душу, во-первых. Если не лежит душа, я не сажусь это делать. Искусство, неразрывно связанное с природой – лозоплетение. Это ремесло имеет долгую историю, и возникло оно раньше, чем металла- и деревообработка. Растущая ива для обычных людей – просто кустарник, ну а для мастеров – повод для творчества. Когда человек говорит, что ты занимаешься плетением из лозы, из ивы, а мне говорят, у нас около деревни или где-то это ивы навалом. Ивы много, но не всякой ивой можно работать. Вот у нас Мариэл примерно произрастает 12 видов ив. Из них только 7 подходят для работы. Академик Сукачев в свое время вывел хороший сорт, и в честь него есть ива Сукачевка, американка. И сейчас этих культурных сортов очень и очень много. Вот мы уже который год занимаемся выращиванием ивы в плантации культурной. То есть культурная лоза, она отличается тем, что есть такое понятие побежалость. Она не растет, как морковка, как елка, а она сужается постепенно-постепенно. И в год вырастает, вот американка, допустим, вырастает до 3 метров. А вот сукачевка, она чуть меньше, но есть такое. И у нее сердцевина маленькая, а это, и она такая длинная, однообразная. А в дикой природе вот самые такие распространенные – это краснотал, трехтычинковая, ну их... Не каждый определить, но можно так называемым методом научного тыка определить, она идет или не идет для работы. И чтобы работать этим, вот то, что растет у нас в природе, дикая ива, им работать почти невозможно, можно работать вот макушками. А чтобы работать, если человек собирается заниматься вот этим ремеслом, надо, есть такое выражение, посадить его на пенек. То есть его надо срезать до пенька. И потом пойдут молодые побеги, и вот эти годовалыми молодыми побегами можно уже работать. Виталий Кудрявцев – человек необычный. Педагог по образованию, работал в школе, служил в полиции, но в итоге вернулся к делу, которое называет главным в своей жизни – народному промыслу. Сегодня все его знают как мастера по лозоплетению. Сейчас он живет и творит в историческом месте – в селе Старое Крещино в Оршанском районе. Оно известно тем, что здесь родился марийский журналист, писатель-драматург Майоров Шкитан. Вот уже 30 лет и Виталий Кудрявцев занимается любимым ремеслом. Такое понятие – время заготовки лозы. Мы его не ивой, лозой называем. Его можно, в принципе, готовить круглый год. Это первое, весной, весенняя заготовка лозы. Это когда лоза начинает распускать листочки, и она с копеечной монеты будет. Тогда его срезаешь, и сразу на месте с помощью щемилки, вот две палки или и специальные такие из проволоки делают щемилки, и они очищаются. Потом такой мертвый сезон, когда дерево идет рост, она становится ломкой. Потом есть следующая заготовка, это летняя, когда это примерно конец июля, начало августа в нашем регионе, когда нижние листочки начинают желтеть, и в это время опять кору, значит, очищают прямо на месте, как и весной, и лоза укладывается на солнце. Если раньше вот отбеливали, скажем, полотно льняное, укладывали на снег, отбеливали, то же самое, когда летний весенний пруд лежит на солнце, он становится белым-белым. Потом, когда уже вот этот период летний проходит, значит, кора пристает, то опять так называемый мертвый сезон. И мы обычно потом ждем, когда наступят первые холода, то есть первые заморозки, и дерево уйдет в зимнюю спячку. И вот тогда уже надо термообработку. То есть лозу срезаешь,
его сортируешь. Ну, потом его раньше мы варили. Ну, сейчас некоторые до сих пор, кто-то в кастрюле варит, кто-то еще где-то. У нас специальный котел варочный до 3 метров. Но раньше вот у нас был котел, мы варили 120 литров воды примерно 4 часа. А сейчас, в настоящее время, мы уже пользуемся парогенератором. Мы уже кипятим 2 литра, 2 ведра воды. И на это все про все, на такой же объем прута у нас уходит примерно 45-1 час. И с пылу жара мы его очищаем, и он быстро высыхает. Ну, там есть свои особенности, это по технике безопасности, это перегретый пар. Также иву можно, вот, если зимой срезать, называется оживление. То есть в теплом помещении иву срезают, ставят в воду, и она начинает как весной распускать листочки, и потом вот это очищается. Вот в общей сложности иву можно заготавливать круглый год. Для плетения чаще всего используют двухлетние и однолетние молодые побеги ивы. Растение это неприхотливое, и растет оно повсеместно. С ним связана жизнь и история многих народов. Особенно широкую популярность плетеные изделия получили во второй половине 19 и начале 20 веков во Франции, Швеции, Германии и Англии. Мода на плетение тогда пришла и в Россию. Из лозы первоначально плели снасти для рыболовства, охотничьи ловушки и различные емкости для хранения. Наиболее крупные центры плетения из ивы. Прутьев до революционной России располагались в Московской губернии и Звенигородском уезде. В Европе же большим спросом пользовались плетеные корзинки различного назначения, а также мебель, коляски для кукол и другие изделия. Их изготавливали из тонкой окраненной ивовой лозы и покрывали различными красителями, позолотой и серебром. А корзины калифорнийских индийцев, пожалуй, известны не только в Америке, но и во всем мире. Они являются неотъемлемой частью богатейшей истории, культуры и традиций коренного народа Америки. Плетеная корзина – это еще и рассказ о какой-либо истории или событии, поэтому изделие щедро украшено рисунками. Корзина для индийцев больше, чем просто посуда, хотя основное назначение все же практическое. Несмотря на то, что найти заросли лозы несложно, заготовить материал для работы – задача не из простых. Если раньше мы иву резали сперва ножом, потом секатором, потом у нас появилась мачете, вот, с чем рубят сахарный тростник. Потом мы, когда плантация появилась, срезали триммером. А в настоящее время мы пользуемся сегментным этим кусторезом. Вот, но опять-таки, если резать вот ножом, типичная ошибка. Вот, человек пришел, допустим, где-то срезали лозу когда-то, да, он пришел, и я всегда на мастер-классах говорю, как правильно резать лозу. Все показывают вот такое движение, вот такое движение. То есть движение вниз. Это неправильно. Почему? Если вот остался вот прошлогодний сучок, и он высох, он острый. Если рукой двинуть вот так, то можно поранить руку. Правильное движение при резке лозы на себя, вот так, на себя. То есть мы никогда не порежемся, если это ножом. Вот это надо учитывать. Потом, ну, секатором, вот секатор, обычный секатор, но мы... Вот все инструменты, вот стараемся по принципу, есть такая хорошая английская пословица, я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. То есть мы даже секаторы покупаем хорошие, дорогие, чтобы был хороший металл и он был долговечный. А чтобы ивняк начал снабжать тебя хорошими побегами регулярно, с ним нужно подружиться. Проще говоря, придется превратить дикую ивовую чащу в ухоженную плантацию, как это сделал мастер. За плантацией надо ухаживать, то есть его через каждые 3 года, скажем, желательно снова его посадить. Вот это то, что растет как граната, его надо убирать, потому что она начинает гнить. И в отличие от дикой, значит, тут есть некоторые такие, тоже борьба с болезнями. Мы его среди плетельщиков, вот морел, называем бубон. То есть бабочки, жучки, паучки сюда откладывают яйца, и получается такая шишка. И потом на этом месте она начинает ломаться. Ну, она неровной получается, бубон. И вот чтобы этого не было, вот кто не знает, для этого надо весной, когда вот до начала роста, мы обычно его обрабатываем актарой. Ну, средство против колорадского жука. Она потом через корневую систему идет, и уже вот этой болезни будет меньше. Тогда можно приступить и к заготовке прутьев. Грамотно выбрать нужные ветки – это еще половина дела. Качество ивы проверяется легким способом. Берем веточку ивы, наматываем на палец. Если веточка не ломается, то точно подойдет для изделия. Рубить, варить, чистить, колоть и сушить. Работа эта трудоемкая, требует усидчивости и немалого терпения.
Подходящую лозу мастера набрали. Теперь самое время приступить к варке прутьев. Многие на самом деле варят в кастрюлях, там еще где-то на газу. Но мы как живем на селе, нам с этим немного проще в том плане, что когда в кастрюле варишь, прут получается скрученный, и туда много не положишь. Это вот немного уменьшено, у нас еще было больше. Это котел для варки прута. Ну, обычная, скажем, обычный железный котел, обычный. Это труба, вот она, вот тут есть такая крышка, вот сюда закладывается прут и ставится поперечина. Вот сейчас там внутри находится кора. Почему? Вот цвет, мы получаем цветной прут. То есть вот слово дубленка, дубленка многие, от чего произошло. Вот, если кто помнит, в советское время носили дубленки, они были коричневого цвета такого. Это дубильные вещества, которые выделяются из коры ивы. И когда иву варишь, вот эти дубильные вещества из коры выходят, и они окрашивают прут. Если летний прут он был белый, то вареный прут дикий, он становится таким коричневым. Чем дольше его варишь, тем дольше она приобретает цвет. При варке ивовые прутья пропитываются влагой. Их удобно чистить, и главное, прут становится эластичным. Для этих же целей современные мастера используют и парогенератор. Это у нас уже своего рода ноу-хау, это парогенератор. Вот обычная буржуйка, железная печь, на ней стоит труба. И тут одна особенность, что у нас, как у самовара, дымоход идет по центру. То есть мы полностью воду не заливаем, вода закипает, потом вот этот пар, то, что тут пространство есть, от перегретой трубы перегревается, и она тут пар под давлением, перегретый пар идет в трубу. И вот здесь длинная, почти 3-метровая алюминиевая труба. Мы сюда заправляем прут, набиваем полностью этот прут. Значит, потом закрываем вот такой крышкой. И сюда соединяем шланг. Вот этот шланг, он соединяется и с той, и с обратки. Вот соединили. И у нас, скажем, в течение 45 минут сюда идет пар, прут, значит, парится. И тут еще такая особенность, но это опять-таки опытным путем. Труба у нас немного наклонена. Вот сюда мы ставим посуду, ведро, и получается конденсат, чтобы она не накапливалась внутри. Вот этот конденсат под углом стекает в ведро. То есть, а лишний пар, вот лишний, тут избыточное давление, мы просто трубу выводим на улицу, и лишний пар уходит на улицу. То есть здесь такой парилки не будет. И когда она пропаривается, открыли крышку, попробовали, и как она чистится? Она обычно чистится сразу. И если вареный прут после чистки, он еще долго сохнет, а он уже тут нагретый, он и чистится легко, и в то же время быстро сохнет. Палкам здесь тоже найдется место. Применяют их обычно для ручек и для заготовки ленточек. Лента экономит прут. 4 такие части заменяют 8 прутиков. Кроме того, изделия из ленточного плетения намного легче по весу. В парогенераторе мы прут сварили, чистили. Вот эта сортовая ива, она двухлетка, поэтому у нас на плантации по 2 года выращиваем. Вот она сухая. Сухая она лежит годами. Вот прежде чем сделать ленту, мы его раскалываем. Вот включая станок. Вот сюда. Вот такое движение. Она сама протаскивает через нож. Вот. То есть это я грубо пропустил. Вот. Ну, если она такая толстая, еще для работы не пойдет, там потом обычно уменьшается, или сейчас вот усовершенствуем, будем ступенчатый вал делать, и у нас мы получаем ленту. Из ленты у нас и ручки обматываются, и стенки плетутся, и вот без ленты не сделаешь вот такого типа корзины. То есть мы труд механизируем. Дальше самое интересное. Начинается, собственно, сам процесс творчества. В руках опытного мастера простая ивовая лоза превращается вот в такие шедевры. Корзины традиционные и современные, короба для хранения, блюдца, ложки, разного рода подставки, салфетницы и многое другое. Впервые с плетеными изделиями мы встречаемся еще в детстве. Они неотъемлемые спутники многих сказочных историй. То красная шапочка несет пирожки бабушке в корзине, то Машенька идет в лес по ягоды да по грибы с маленьким лукошком. За 30 лет Виталий Кудрявцев сплел тысячи различных изделий. С его творчеством знакомы далеко за пределами нашей республики. Его работы разъехались по разным уголкам страны и мира, вызывая искреннее восхищение и удивление. Ну, география моих изделий, она по полземного шара, может быть, есть, и, начиная с России, заканчивая финно-угорскими регионами и вплоть до Америки, увозили и в Венгрию, и где только их нету. Но я вот рад, что именно вот это
лозоплетение как бы стало моим увлечением, оно превратилось в основную, скажем, профессию или кредо, или как бы оно часть моего имени. И, допустим, марийские подковальные ложки я плету, один, можно сказать, никто его из ленты не плетет, плетут из круглого прута, а традиционно она из ленты делалась. То есть раньше брали вот примерно вот две такие палки, из двух палок получается подковальная ложка. Любимые вот эти, конечно, авторские работы, вот эти ладьи, которые мы делаем вот в этом стиле. Потом у нас есть, с Николаем Васильевичем мы плетем, у нас тоже коронное такое изделие. Это заплечные короба. У нас край лесной, богатый. Вот за грибами ходить, короб, он носится как сумка, носится сбоку можно его. Можно как корзину носить, там вся эргономика рассчитана, по спине не ерзает. Потом ремень вытягиваешь, она как рюкзак носится. Туда для мужчин делаем на три вида, для женщин чуть поменьше. В лес пошел, одну посуду взял, из сада поехал, одну посуду. А зимой, допустим, туда лучок положил, на стенку повесил, она как и элемент декора, и в то же время все там дышит. То есть многие грибники же до сих пор собирают вот эти короба алюминиевые, фанерные, но там это все не дышит. А у нас все как получается, ну, натуральное, как красивое и прочное. Основа обычной корзины – это донышко. Сначала оно похоже на солнышко, а после того, как ставим стеночки, оно становится похожим на паука. Только одно донышко может стать основой для множества предметов. Для тарелки, для корзинки или сумки и многого другого. Оказывается, и корзины бывают правильными и неправильными. В чем разница между правильной и неправильной корзиной? Во-первых, чисто практически, вот из опыта, корзина должна быть гладкая снаружи, то есть все концы у корзины должны быть внутри. Почему? Пример такой. Женщина пошла на базар, или кто-то пошел на базар, и рядом идет женщина, он задел, если тут будут торчать концы, за колготки, скажем. Колготка порвалась, конфликтная ситуация, да? Или машину села, скажем, женщина, колготки порвались. Так это такой один из примеров. Ну, просто она должна быть такой изящной. Но если это тарелка, фруктовница, вот, и это его дно, то концы должны быть внизу, то есть мы его ставим на стол. И сюда, если мы ложим фрукты, они не ранятся, то есть она стоит на столе, не на коленках. Потом у корзины вот внутри все концы, вот некоторые плетут, мастера, его режут как бревно поперек, а она должна быть срезана по диагонали, то есть радиально, то есть чтобы там все было тоже гладко. Следующий момент. Вот классическая, скажем, горно-марийская корзина, она имеет треугольную форму и с двумя ручками. Вот кто за грибами в них ходит, когда грибы полно наберут, то у нас получается сюда палочку ставят, потому что она сдавливается. Она была почему так сделана, она горномарийцы раньше по Волге спускались, корзина, она как матрешка одна в другую входила, и целая стопка корзин 20 они связывали и много места не занимали. Но сейчас, так как мы мобильные, и золотое правило сопромата, то есть мы корзину, когда плетем, его вверх сужаем, то есть она бочкообразная получается, и вот этого она у нас не сдавливается. Вот даже такой момент здесь есть. Зауженные к низу корзины идеально подходят для сбора винограда. Используются они чаще в Абхазии. Любителям цветов подойдут корзины кашпо, а для тех, кто предпочитает прогулки на природе, подойдет лукошка для грибов. Но какими бы разными ни были корзины, главное в них донышко. Ну и, конечно, место для творчества должно располагать. Допустим, мне эту стойку надо поставить вот в это плетение, да? Ну, это все обрезается, ну, вот дно есть. Вот иногда бывает тесно, и для этого берется шило. Но шило некоторые берут прямое, а вот на столе прямым шилом работать неудобно, вот если бы она была прямая. А вот Г-образным, вот смотрите, у меня ручка наверху, и я прокладываю дорожку, видите? Вот такие элементы, которых в книге нет. Ну, потом вот ветку ставил, допустим, ну, стойка будущая, да? И теперь мне говорят в книге, согните стойку, да? А мне надо точно здесь. То в этом случае вот то место, где должны вы согнуть прут, вот подставляете шило или кочедык, и вот видите, где у меня согнулось? Вот.
Вот именно в том месте, где мне надо согнуть. Это пруд вытягивается и сгибается. И то есть изгиб получается там, где мне надо. То есть не вы управляете пруд, не пруд вам управляет, а вы прудом управляете. Ряд за рядом мастер начинает возводить стенки своего изделия. Прежде чем оплетать эти все каркасы, у ленты надо снять напряжение. Вот это тоже некоторые, чтобы он не сломался. Ну, то, что мы говорили, вокруг пальца мотать. Сейчас вот очень хороший материал, это полипропиленовая труба. Я вот так беру его и вот под углом, вот так, пропускаю. И теперь он у меня на излом не пойдет. Вот, ну, вот теперь, значит, он... Вставляю сюда, вот, допустим, вот, вот, и начинаю оплетать. Для плетения не так важна сила рук. Главное – правильно освоить технику и дать волю фантазии. Любое изделие нужно мастерить с желанием, говорит Виталий Николаевич. А при желании этим видом искусства может заниматься как молодежь, так и люди старшего возраста. Николай Васильевич Кузнецов, свои 70 с лишним, плетет из лозы увлеченно. В свое время мастерство он перенимал у Виталия Кудрявцева. Ну, за плетением я занимаюсь примерно с 90-го года. Учился у Виталия Николаевича. Как-то разговаривались про корзины, да. Ну, научу, говорю, тебя, приходи. И поехал Виталий Николаевич в Цибикнор учиться. И он мне азы плетения корзины, как готовить прутья, как чистить. Но я тогда еще чищенным-то не работал, как черным и нечищенным работал. Показывал, как плести, начало корзины делать, вон такие донышки. Вон овальные донышки. И как стойки ставить, как плести. Основные это такие. А остатки вы сам научитесь по жизни. Вот молодежь, ходили ученики учиться к нам плетению. Но что-то сейчас не ходят. Терпения хватает у людей молодых. Им компьютер давай, не плетение. Больше всего удовольствие это плести уже, какое получится изделие. Начнешь плести, уже смотришь, какой будешь. Сидишь до полночи, ну да, начнешь плести, вот сейчас что получится. Если красиво, значит, красиво, хорошо, значит. Не зря старались. Не зря старались, да. А старания в этом деле нужны немалые. Но в руках у мастера все становится легким, красивым и эксклюзивным. А со мной Николай Васильевич поделился секретом создания финской тарелки. Вот сейчас нарежем. Палки 6 штук таких, вот такой двойной, больше вот кольца, вот так. Здесь на ладошку и здесь на ладошку, вот такой длины будет. Uh-huh. Так, я это беру, да? Вот так это будет, такой длины. Uh-huh. Вот так это начинается, вот так сюда воткнем, вот уберем отсюда, вот так нажмем сильно. Uh-huh. Это положим сверху теперь. Вот так. Угу. Вот так нажмем сюда. Ой, не сломается? Нет, не сломается. Вот откроем теперь с этой стороны и заведем. Финскую тарелку можно использовать как подставку под горячее, как фруктовницу или декоративное панно. Главное здесь – одной рукой сильно надавить на круг, а другую завести за основные палки. Сама я до последнего не верила, что ветки не сломаются. Так прутик за прутиком, и изделие становится все больше похожим на тарелку. После чего два края фиксируем нитеобразными тонкими ветками, чтобы поделка не расшатывалась. А завершаем работу срезанием лишних концов секатором. Вот все, финская тарелка готова. Угу. Минимум мусора, максимум эмоций и финская тарелка за 15 минут готова на моих руках. Свои шедевры мастера творят в местном доме ремесел. Еще несколько лет назад Виталий Кудрявцев и не предполагал, что в селе появится целый дом для творчества, где будут собираться единомышленники, умельцы мастерить своими руками. Дом ремесел в селе Старая Крещина работает с осени прошлого года. Здесь и традиционной марийской вышивки научат, и работать с деревом, и плести корзины из лозы. Есть очень много мастеров, которых мы не знаем, изделия видим, но не знаем. Но
вот я в школе работал, допустим, да, могу рассказать, показать, ну, как преподаватель, как учитель. А вот здесь такие мастера, они вообще такие шедевры делают, но они вот как бы замкнуты, вот, ну, они не афишируются и тому подобное. Но есть такой элемент. Ну, в общем, я думаю, еще этому учиться, этой жизни не хватит. Совершенству нет предела.